на недельку до второго мы донатим, как корова. Хаймзон, Мишаня счастлив, покупает корабли. Вышибатель. Кинокомпания «Не та кнопка» и Академия хедшотов представляет «Анус разрыванус», или когда даже донат не помогает. Интересные расклады. С одной стороны, стаклана, а с другой стороны, команда, которой, судя по всему, по силам пробить любое дно. Кто выйдет победителем из этого непростого противостояния? Сейчас мы об этом узнаем. Да, блин. Я чувствую, если ты сейчас не замолкнешь вот эту вот вещи такие говорить, ты из этой комнаты даже не выйдешь, понял? Победитель по жизни. Кучка нубов, которые даже с управлением не разобрались, и ФКшник. Ракутагил, можешь ли внёшь, давай другую пати найдем. Не, не буду другую искать. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, кучка нубов, ФКшник и капитан очевидности. Играем в Warface. Да. Кэп! Да! Дай, пожалуйста, нашу штучку новую. Да, держи. Красава! Ничего, сука, мы выдержим. Самые тяжелые времена. Вот эта штучка вставляется, когда горит сильно. Этот клапан поворачиваем, все будет нормально. Хедшот, бэйби, you got the own! Наконец-то! Наконец-то пошли в плюс! Рачина, мрачина! Благодарю, Нарина! Леди Джентльмен! Внимание, анекдот! Да, давай! Ты бы все-таки вернула мне ключи, мы же расстались. Ага. Вдруг ты заходишь, а я сексом занимаюсь. Ой, не страшно, минуту я подождать могу. Да, есть такая, хедшот, детка. Вот, в общем... Сочно, сочно. Классно идет. Играем на РМ соло. Соло, оно самое то. Как бы, нет, на самом деле не то. Ненавижу, сука, РМ соло играть. Потому что реально, нубы, АФКшники. Ну в жопу. Сука, блин. Кэп, у меня, кстати, вопрос тебе есть. Да, задавай. Так, эта девчонка, она тебе ключи вернула? Пошел в жопу, больше анекдоты рассказывать не буду. Кэп, ты такой вообще, ты такой, бля. Ты такой же даун. У вас инженер в команде есть, ты бомбу хватаешь. Ты че себе, сука, дауном признаешь, да, официально? Шо в жопу? Блин, что-то вообще так хорошо, сука, вот еще один отлетел. Сейчас поставим, ребят, нагиб будет, вот видите. Да, команда наша прикрывает, все нормально, команда наша спину прикрывает. Да нет, ну куда вы пошли, ребят, надо их респу крыть, они почти наверняка оттуда пойдут откуда-нибудь, от отсюда. А нашим пофигу, сука, они на своей волне, ладно? Хедшот! Даблкил! Мультикил! Красава Ракутагин пришел на помощь малоебущим, дал жару. Кэ, блин, у тебя такие выражения, это вот реально надо новый... толковый словарь русского языка разрабатывать. Это только Кэп такие вещи может придумать. Я не знаю, откуда у него такое слышит. Я такого вообще в жизни не слышал. Эти выражения цензурные и матерные, каких только нету. Но они уникальны. Мультикил, деточка, да! Да ну блин, ну что за... Ты посмотри-ка, ну бари в себя поверили, да. Красавчики. Красавчики, пацаны, не то что ты сидишь каркаешь тут. Еще и дауном себя признает, сука. Да. Так, не очень у нас дела, конечно, идут, но
Я не собираюсь сдаваться, это во-первых. Во-вторых, насрать. Главное повеселиться, правильно? Мы сегодня просто веселимся, и это самое главное. Получать удовольствие. Дабл килл! Бульди килл, детка! Да ну блин, че ж ты так, я тебя не увидел, блин. Зараза, блин. Если я убью, я бы мозголом сейчас поставил. Ну, к сожалению, он как-то так эффективно, сука. Во! Та-да-та-да-там. Ра-па-па-да-дам. Отлично. Играем мы с FNFALM золотым. Ну, вы, наверное, все заметили уже. Я его по Киви получил на 2 недели. Он уже заканчивается, все время не было с ним сыграть. И тут бац, Ракутагин решил поднагнуть с ним. Кстати, скоро открою 50 или более кейсов Киви на видео. Посмотрим, что из них выпадет. Я чувствую, там ни хрена, конечно, не выпадет. Киви какие. Да вообще эти вот все эти кейсы, это развод. Ну, вы сами знаете. Ну, как бы лох не мама, Ракутагин не вымоет. Дабл килл! Мульти килл! Огонь, детка! Да! Чё-то ты сегодня подозрительно хорошо стреляешь для дна, Ракутагин. Да. Ты случайно не этот? Не выпускник Хогвартс? Блин, раскусил меня. Да, я выпускник Хогвартс. У меня даже шапочка вот на память от них осталась. Пенсионное отделение, факультет таксомоторных услуг. Иногда подрабатываю. Но это так, как бы, это между нами, ребят. Это я не серьезно. Все нормально. Потихонечку, как бы. Ну, жить-то надо на что-то. И так раз. Чуть-чуть одного подвез, другого, третьего подвез. Бац, уже и на дошек собралось. Да, есть такое, сука. Блин, настроение что-то случилось, так вообще хорошо. Давай, стреляйте, сука. Стреляйте, пожалуйста. Не, наши днари-то, смотри, собрались, что-то у них... Блядь. Не очень, конечно, да. Давайте, пацаны, могете. Чуток, чуток. Так. Непонятно как-то. Поворачиваются моментально. Что это за анимации стали в игре? Такого раньше не было. То персонажи в воздухе вот так вот крутятся. То еще что-нибудь. Я теперь вообще не представляю, что персонаж делает. То ли он меня целится, то ли в другую сторону смотрит. Это постоянно такое стало. Разработчики, что вы сделали с нашей Варфасей? Реально вообще тяжко стало играть. Постоянно телепорты, постоянно анимации. Раньше такого не было, отвечаю, такого даже близко не было, как сейчас. Я думал, раньше дно пробито. Мне кажется, нет. Там второе было, его тоже пробило уже. Сука. Не знаю, ни на что нельзя положиться. Давай. Опа! 5 палок, 144 герца, донат! Да кого вы обманываете? Этой игре уже ничто не поможет. Вообще ничто не поможет, мы в жопе, сука. Мы в полной жопе. Как так вообще может быть? 5 палок, там 144 герца. Где, сука? Я стреляю, ничего нету. Кровь летит, противник телепортируется, жопа происходит, еще какой-нибудь анус. И не надо писать, что я не попал, там кровь была, я попал, сука. Мне постоянно пишут... Ты не попал на видео, бля. Как это не попал? Вы можете в замедленной поставить и посмотреть. Сука, я попадаю. Я попадаю. Но игра об этом не знает, как будто. Она как бы она знает и не знает одновременно. И вот, да сука, отвлекся. Ну а вот тут чисто твоя техническая ошибка. Ты слишком вдаль оказался. Иди в задницу, блин. Слишком вдаль, сука. Ты слишком много что говоришь. Что хочу сказать, Ракутагин. Пусть и красиво. Ну отсосали. Да, я не знаю, как будто. Все было видно. Капитан, очевидность. Леди и джентльмены, другие подруги, если данное видео по каким-то причинам понравилось вам, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я хочу узнать, нравится ли вам данная рубрика моих соло-похождений на РМ со всей этой болью, жопоразрывом и каким-то позитивом. Если да, то буду продолжать. И, кстати, скоро новая рубрика. Она так и будет называться Warface Жопоразрыв. Все баги, лаги, телепорты, все самое сочное в одном видео. Да. И если вам все это нравится, и по каким-то причинам вы смотрите это, вдруг, то ставьте лайки. Пожелания. Яйки чешите обязательно. Без этого вот просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех.
Скоро наладим серийное производство. Увидимся. Пока. Нагиб.